продолжение нашего обзора счетчиков нового поколения матрица серии AD13 и AD11. Мы сейчас продемонстрируем, как работает удаленный дисплей CIU8. Это дисплей нового поколения. Он пришел к нам от 8 серии. Сейчас же продолжает работу уже с 11 серии. Посмотрим, как работает. Дисплей сопрягается с счетчиком по RF-каналу, то есть посредством радиоантенны, радиоканала. Для этого не требуется подключение самого счетчика и дисплея к системе ASKUI, как это было в старых моделях. То есть счетчик и дисплей могут работать полностью автономно, как в составе системы, так и без нее. Данные напрямую от счетчика попадают на дисплей. Дисплей в состоянии покоя, он выключен, то есть буквально стоит ему полежать примерно одну минуту после использования, он переходит в спящий режим. Дисплей использует батарейки серии 3A. В данной модели мы видим, что дисплей уже сконфигурирован под конкретный счетчик. Если же вы покупаете отдельно счетчик, отдельно дисплей, или дисплей докупаете уже к установленному счетчику, то необходимо будет провести программирование электросчетчика на работу дисплея, чтобы они друг друга видели. Иначе считывание показаний будет невозможно. Давайте посмотрим, как это работает. Нажимаем кнопку, происходит запуск дисплея. Показания дисплея и вообще информация, которая вводится на дисплей, она может меняться в автоматическом режиме, так называемая автоматическая индикация, или может меняться по нажатию на кнопку. Соединение со счетчиком установлено, это мы видим по индикации антенны, то есть уровня сигнала. И дальше дисплей начинает показывать информацию со счетчика, то есть это дата счетчика, время. Сейчас видим показания счетчика по активному тарифу. Дальше показания счетчика по тарифу 1. Теперь показания счетчика по тарифу 2. А это, соответственно, технологическая строка. Также показания можно менять индикацию. Смотрите, на данный момент мы видим, что индикация счетчика, индикация дисплея одинаковая. Единственное, что на дисплее у нас отбрасываются сотые доли киловатт-часов. Индикацию можно менять, как я сказал ранее, нажатием на кнопки, на кнопку дисплея, или она меняется автоматически. Стоит перевести дисплей в состояние покоя, то есть просто его отложить, и он выключится. Очень простой инструмент, но достаточно эффективный. И такой счетчик 13 серии, это в трехфазном исполнении, 11 серии в однофазном исполнении, с дисплеем CU8 являются полноценным средством дистанционного считывания данных. Это очень удобно, когда счетчик висит на проводах на высоте 6 метров, а показания вы смотрите дома. Спасибо, смотрите нас еще.